Здравствуйте! Сегодня в гостях у Авансцены, расположившейся в стенах Одесского, Украинского, Академического, Музыкально-драматического театра имени Василька, писатель, журналист, переводчик Елена Анатольевна Андрейчикова. Елена Андрейчикова, писательница, сценаристка, радиоведущая, переводчик и журналист. Здравствуйте. Есть писатели, произведения которых это больше проповедь, а есть писатели, произведения которых больше исповедь. Ну вот для меня Толстой – это больше проповедник, это больше проповедь, Достоевский для меня – это больше исповедь. Вот ваше творчество, вы к какому жанру относите, к проповеди или к исповеди? Однозначно к исповеди. Проповедь это вообще совершенно не мой конек. Я считаю, что человека художественной литературы желательно, можно и нужно только побудить к собственным размышлениям каким-то, но ни в коем случае не учить и не навязывать, и не наставлять. Это не мой инструмент точно. Но есть еще одно высказывание о том, что читать проповеди имеет право тот, кто чтит заповеди. Ну, это как бы больше посыл к моральному облику человека. То есть, если ваш главный жанр – это все-таки исповедь, я понимаю, что они не встречаются в чистом виде, и где-то что-то есть, что вы хотите сказать, в чем-то вы хотите исповедоваться. Виде, да, в чистом виде, но все-таки чего-то, да. Но тем не менее, чего-то все-таки больше. Да? Вот когда вы посылаете читателю посыл в качестве исповеди, что должен читатель, ваш или читатель другого писателя? Он должен искать самоидентификацию с автором? Он должен искать что-то похожее? Или он, наоборот, должен искать что-то новое, им еще неизведанное? Вот как вы к этому относитесь? Вот все, что вы говорите, только не со словом «должен», а «может». Да? То есть читатель может. Если ему это интересно, ему этого хочется, то он может, прочитав и взглянув на чужую ситуацию, как-то переосмыслить какие-то собственные жизненные ситуации. Лен, мы говорим о состоянии литературы сегодня. Мы с вами говорим на русском языке. Безусловно, мы уважаем, любим и поддерживаем государственный украинский язык. И тем не менее, вот в нынешних условиях, когда в Киеве есть, ну, может быть, есть и другие, но, наверное, самый, не хочу сказать старый, самый опытный тоже не подходит. Но журнал, который дольше всех издается на русском языке, журнал «Радуга». Выходит с 1927 года, разные были периоды, в 1937 году его закрывали по известным там соображениям этого времени, потом опять открывали. И вот согласно нового закона о языке, этот журнал не завтра, но через какое-то время должен печатать все тексты, которые он напечатал на русском, в этом же журнале должен напечатать на украинском. Я разговаривал с главным редактором, который говорит мне о том, что мы, в общем-то, не против, мы даже нашли бы бумагу для этого, но переводчикам надо платить деньги, а нам не хватает денег, чтобы платить гонорары автора. Ну, то есть для нас этот закон означает запрет и закрытие этого журнала. То есть, как говорил один революционер по фамилии Ульянов Ленин, формально правильно, по существу издевательство. Вот вы чувствуете какое-то, ну, не то что наступление, но какое-то такое давление, может быть, на русскоязычных писателей, к коим мы с вами относимся, хотя и украинский язык любим, и переводы у нас есть на украинском языке, и сами мы можем даже что-то написать, может быть, не так хорошо, как на русском. Вот как вы к этой проблеме относитесь? Ну, вы знаете, как раз тут я чувствую какую-то в себе языковую шизофрению, потому что, с одной стороны, я понимаю необходимость такого процесса, хотя он сейчас у нас настолько стремительный, что это физически больно его принять и осознать. Я понимаю важность его в государственном масштабе, но я сама по себе, конечно, чувствую вот этот вот, мягко скажем,
напряжение такое некое во мне, потому что, конечно же, я слышу о том, да в чем проблема, переставай писать на русском, пишу на украинском, в чем проблема, тебя же издает украинское издательство, они будут издавать на украинском, где проблема, нет проблемы. Но, конечно же, это большая проблема, да, когда, ну, это совсем другое отношение языка, другое чувство текста, по-другому я чувствую эти буквы. И, конечно, я уверена, я не смогу никогда написать так же на украинском языке, как на русском. Я смогу перевести, но вот создать эту мысль, ну, я не знаю, сколько мне еще нужно лет, но как минимум столько же, сколько я прожила, да, чтобы добиться какой-то, ну, не идеальности, но хотя бы что-то похожее на настоящий текст. Хотя в этом случае, вот сейчас для меня яркий пример, Владимир Рафеенко, он просто совершил какой-то, это подвиг. Человек, который 45 лет говорил и писал на русском языке, жил в Донецке, переехал в Киев, и за 3 буквально года он выучил украинский настолько, что издал роман на украинском языке. Я вот сейчас его читаю вслух, по чуть-чуть читаю на украинском языке специально, чтобы тренировать произношение, и я просто поражаюсь. Это действительно очень круто, очень талантливо. Я не ожидаю от себя такого чуда. Поэтому, конечно, ситуация напряженная. Как правильно поступать? Я не могу никому советовать, но в моей картине мира это все могло бы быть точно так же, но растянуто совершенно в другие сроки, да, чтобы люди привыкали, потихоньку уходили на пенсию, умирали писатели, которые пишут на русском. Новое поколение, вот, например, мой сын, он учится в украинской школе, он прекрасно говорит и на русском, и на украинском, вообще никакой у него нет проблемы. Если это делать чуть медленнее, поэтапней, да, не забывая о тех все-таки людях, которые, ну, не могут так быстро адаптироваться, не просто не хотят, они могут. Если о них не забывать, то, конечно, это правильно, да, в позиции государства. Но так как быстро это сейчас и какими способами происходит, не хотите, не можете, до свидания, то, конечно, это ад. Франко, который говорил о том, отвечая на вопрос, а чому ви, Іван Якович, німецькою мовою пишете, він відповідав, тому що вмію. Тому я пишу немецкую, а тут пишу украинскую. Конечно, билингвизм – это замечательно, но мы с вами знаем не так много примеров в мировой литературе. Это Джозеф Конрад, который писал и по-польски, когда и на английском. Да, это Набоков, который писал и на русском, и на английском. Да, к сожалению, не всем это удается одинаково хорошо писать, поскольку все-таки это язык, это некая... С одной стороны, это инструмент для общения, а с другой стороны... Но все-таки художественная литература – это не просто это все-таки, не просто это она все-таки художественная, да, это не вывеска, да. И можно перевести букву, легко вывеску, да. И, кстати, это большое искусство, и вы им тоже владеете, это искусство переводчика. Искусство переводчика – это тоже очень важно. В этом смысле мне проще, да, то есть свой же текст переводить, да, но создавать... Но создавать – это уже очень сложно, да. Потому что вопрос не в том, на каком языке мы говорим. Очень же важно еще, на каком языке мы думаем. Со слов Юрия Карловича Олеши, который когда-то назвал писателей инженерами человеческих душ, иногда Иосиф Виссарионович ссылался на Юрия Карловича, потом уже перестал и стал говорить как свое. Вот, говорит, инженеры человеческих душ. Вот последнее из этой темы нашей писательской, потом у нас другая часть передачи всегда присутствует. Лена, вот как инженер человеческих душ, что вы хотели в этих душах все-таки подправить, подкрутить, что-то заменить, может, какие-то запчасти? Ну, я буду все-таки настаивать на самоиронии. Для меня это самое, самое сильное человеческое оружие против страхов тех же. Когда мы умеем посмеяться над кем-то, это, ну, если мы это красиво делаем, это полдела. Но когда мы умеем посмеяться над собой, это вообще всемогущая история. Поэтому неизменно во всех моих книгах, несмотря, неважно, какие темы я там поднимаю, какие идеи преследую, всегда присутствует ирония, самая ирония. «Улыбайтесь, господа», – писал наш с вами коллега Горин. «Все глупые вещи делаются на земле с серьезным выражением лица». Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Самое яркое событие вашего детства? Пляж, 10-я станция Большого фонтана. Мне, наверное, года 4. Я с папой на пляже. Папа для меня баночку литровую обязательно брал бульончик, в котором плавали петушки, ну, такие, как из теста сделанные петушки, которые он сам лепил руками, потому что же завтра мы идем на пляж, и надо взять с собой супчик. И вот это вот ощущение, прямо сейчас чувствую запах этой воды. Это такое раннее утро, солнышко, я в панамке, и рядом эта баночка литровая. Но папа. Одесских детей, поскольку худой ребенок в Одессе считался больным, это известная история, одесских детей любили кормить на пляже. Лена, а вот счастливые или самые счастливые дни, или один счастливый, ну, не один, а один из самых счастливых дней большой в вашей жизни? Ну, конечно, это сын. Потому что, да, он такой прям, такой у нас ребенок. Такой командный ребенок, кореш. Вот, несмотря на то, что ему 8 лет, он прям вот такой кореш-кореш. Ну, это хорошо, когда дети дружат с родителями. Да, да, конечно, сын. Конечно, выходы книг – это всегда такое сумасшествие, когда я не могу держать себя в руках. Ну, особенно какие-то яркие, этапные, да, например, первое и роман. Роман, я помню, это состояние длилось несколько недель, когда вроде бы ты в ужасе, как это будет, как примут читатели, а с другой стороны, ты просто как-то отчаянно счастлив, это произошло. Вот, это такие яркие моменты, то, что могу прямо сейчас назвать. Вообще, я стараюсь, конечно, подводить к себе к тому, что ощущение счастья должно быть ровным, без ярких вспышек, да, а вот как-то попытаться его сохранять и в быту, и в обыденной жизни тоже. А как словам поэта о том, что на свете счастья нет, а есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег. Я скажу так, и я подтверждается эта идея все время о том, что на самом деле счастливый человек не пишет. Это точно. Но это не значит, что я признаюсь в том, что я несчастный человек. Но вот это состояние покоя и счастья, оно очень меня отвлекает. Ну, если я чувствую себя спокойной и счастливой, и счастливой, то мне не хочется писать, это правда. Счастливым, как-то не нужны, счастливым не нужны стихи. Они ведь пишутся от боли. И в первозданности строки есть горькость чувств и привкус соли. Да? Именно так. Поэтому, если не болела, то ничего ты не напишешь. Поэтому пытаюсь какой-то найти в этом баланс. И ну, счастье – это же… Сейчас я о нем говорю в широком смысле. Даже когда я в глубокой тоске, это тоже каким-то образом счастье, потому что оно меня стимулирует, заставляет работать. Поэтому я пытаюсь это принимать с такой же благодарностью. Лена, вы верите в Бога или только в себя? Скажем так, я агностик. Я верю, что что-то все-таки есть, что-то такое не божественное, но какая-то вот энергия, которая, может быть, просто витает среди нас и состоит из наших собственных, да, каких-то, не знаю, чувств, эмоций и мыслей. Но вот в смысле там божественного… Нет, агностик, я агностик. Да, я верю в себя, я верю в людей. Ну вот и в чудеса все-таки тоже немного верю. Как говорил Ежелец, для вас я атеист, а по отношению к Богу я конструктивная оппозиция. Лен, вот для вас существует принципиальная разница, если есть, то в чем, между национализмом и патриотизмом? Какой хитрый вопрос. Нет, почему он хитрый? 100 человек уже ответило здесь, вы там 105 или 106, ничего страшного. Мне кажется, как раз… Все равно национализм – это противопоставление своего народа другому народу. А патриотизм, ему не важно, что происходит вокруг, пусть все живут народы счастливо. Главное, что я хочу и думаю о своей стране. Ну вот как-то так, если в общем. Потому что национализм всегда с оглядкой. Почему мы лучше или мы хуже, мы страдали или не страдали. Но всегда идет привязка к кому-то еще.
Национализм, как бы он об этом ни говорил, это все равно проявление ксенофобии. Это все равно конечно, разделение конечно. На своих и чужих. А там, это сравнение, да. А там уже смотришь «Белая ворона», а там смотришь «Гадкий утенок» и так далее. Мне очень нравится высказывание на этот счет. Все люди не делятся по принципу национальному, языковому, половому, еще там какому-то. Люди делятся всего на два типа – умные и дураки. А вот уже дураки делятся. Скажите, о чем, кроме детства, вы скучаете из советского времени? Вы правильно заметили, что, наверное, кроме детства, незачем не скучать. Да, потому что все равно я ассоциирую Советский Союз со своим детством. А там по большей степени все было хорошо, весело и просто. Кто ваш любимый писатель? Вот кто ваш, пускай заочный, негласный учитель в литературе? Конечно, их много, и я пытаюсь каждый раз какую-то составить хотя бы пятерку, но все равно она как-то расширяется все время. Но все-таки я сейчас чаще всего называю Генри Миллера, потому что для меня это какое-то такое странное... Тропик Рака? Тропик Козерога, Тропик Рака, Козерога больше почему-то. Вплоть до того, что когда я начинаю писать, я почитываю несколько страниц, я уже заездила этот тропик Козерога, но он как-то странным образом на меня действует, да, как будто я включаюсь в какой-то вот режим работы и перехожу уже писать свое. Понятно, что много из других авторов, которые меня продолжают вдохновлять, и я восхищаюсь, но вот, наверное, Генри Миллер, вот он... Ближе всего стоит. Вы в его творчестве ничего для себя вот шокирующего, потому что его же, в общем-то, и в порнографии, в общем-то, некоторые критики обвиняли излишним натурализмом и так далее. Для меня это абсолютно не порнография, я не вижу ничего ужасающего. Для меня как раз это вот такой чистый, честный язык, к которому мне бы хотелось стремиться что-то подобное создавать. Лена, а что бы вы сегодня порекомендовали 15-летним мальчикам и девочкам, которым тоже, как же, так же, как и вам, хочется писать? Вот есть в них некое желание, что-то. Вот что бы вы им порекомендовали? Каких, может быть, ошибок своих на этом пути избежать? А что, может быть, наоборот, освоить то, что, на что у вас не хватило времени или внимания в свое время? Вот чтобы, какую рекомендацию вы им дали? Ну, конечно же, не бояться писать, не бояться с кем-то делиться, да, потому что часто вот как раз молодые ребята себя ограждают от чужого мнения, и вроде и хочется показать, вроде и есть этот момент, какое-то желание поделиться, но страшно услышать критику. Я бы вот как раз посоветовала не бояться, показывать, не переживать на этот счет, а делать правильные выводы. Ну, конечно, писать и читать. Это основное. То есть перед тем, как все-таки начать писать, надо некоторое время почитать. Читать. Желательно это постоянно делать, параллельно. Да. Параллельно отвлекает, и потом же другие авторы уже не столь интересны. Ну, в каком-то собственном режиме. Каждый для себя находит. Некоторые авторы говорят, когда я пишу свое, я вообще не читаю. Некоторые, наоборот, вдохновляются. Поэтому каждый для себя находит. Но, конечно же, какой-то баланс притока новой информации должно быть и написание своего. Лена, последний вопрос. Какой вы видите или хотели бы видеть Украину лет так через 10? Ой, конечно, я бы и быстрее хотела ее увидеть. Такой, во-первых, цельной, во-вторых, доброй. Прежде всего по отношению к себе, к своим гражданам, а уже и ко всему миру. Ну и все-таки какой-то улыбающийся, да? То есть Украина, пусть она улыбается. Ироничный. Вот, и самый ироничный, да? Вот. Этого нам иногда не хватает, да. Спасибо. Хочется, чтобы мы перестали плакать и быть серьезными. Давайте улыбаться. Спасибо. Спасибо зрителям, которые были с нами. Сегодня на авансцене были Александр Мардань и молодой инженер человеческих душ, который пытается постепенно, не спеша, сделать их чуть-чуть лучше. Елена Анатольевна Андрейчикова. Спасибо, Лена, что нашли время. Спасибо вам.